воробьи растрещались на Бонифация. Бонифаций. Да, это воробьи. Да, это воробьи. Ты еще здесь ходишь, и вон там в кусту. Вон она. Да, там еще Бася лежит. Да, а они воробьи. У нас живут на крыше. Да. Да. Чирикают. Они так близко к котенку подлетают. Я сейчас иду. Они улетели. Цвинькают везде. Так, надо водички подлить. Писклятам. Ну что, пискляты наелись? Сейчас открою вас. Я засовываю кормушку в окошко, чтобы куры не прошли. Чтоб дали им поесть. Да, сейчас поклюете, я вас всех опять объединю. Бонифаций, ну куда ты? В какую-то сторону-то? Ой, ё-моё. Ещё плохо он залезает, куда повыше. А я тут потихонечку начинаю вот эту вишню-черешню есть. Маленькую я уже объела. Одна там осталась вишенка. Нет, две. Вот, подхожу. Вчера вечером подходила. Она еще не спела и не налилась еще толком. А все равно несколько ягодок можно съесть. Вот беру. Вот так вот. Вполне покислиться можно. Ой, кислая. Сегодня у нас жара, опять 28. Листья сложил. Вот этот бузульник, что его зовут? Бузульник, наверное, да. Он уже стрелочки дал, видите, сколько зацветать. А тут такой... Ой, это тут, конечно. А вот это вишенка. Ты не хочешь вишенку, Бонька? Она очень кислая. Ой, даже до кашля. Срывала я лягушечка. Поскакала. Срывала. Пропустила стрелку. Тут у меня мой чеснок, который лишний я посыпала. Вот он тут растет. Вон там он в основном желтый. Лилейник отцвел, а вот этот сортовой что-то стрелы не дает. Или ему еще рано, или он в прошлом году цвел, как ошаленный. Может, не будет в этом году? Так, муж мне дал задание около яблони. Так, дайте я положу там, брошу ее прорвать. Дал задание все растения, говорит, обдери. Ой, ничего, надо обдирать, а то он сам обдерет здесь. Ой, ой, что делается? Ой, так, что домой возьму, а что? Что выброшу тогда? Что тут еще? Так, малинина, он говорит, здесь растет. Так, вот здесь тля растет, я вижу. Вот малинину пока покажу. Так, а ты кто? Кто ты? Ты от яблони, что ли? Больше не буду. Ну что, кот, мы что-то в букетик возьмем, да?
возьмем букетик что-нибудь. Вот эти вот возьмем букетик, да? Угу. Мы возьмем все, а потом там около дома посмотрим, что делать. Тут у нас зацветает. Как она называется? Чубушник. Да, я их путаю. Вот это чубушник, а желтыми он там зацветает. Это бузульник. Вот бузульник и чубушник постоянно путаю. Ой, а здесь у меня сныть-то что делает? Цветет-то ярким цветом-то. Хрен пролезешь. Тут же и топинамбур. И отцвела ежевика колючая. Так, ладно, забираем. Забираем, несем домой. Кот тут порскает. Котик. Ачи-чи-чи-чи. Ачи-чи-чи-чи. Ачи-чи. Так, понесем домой. Понесем, понесем. Так, ну что, вы еще клюете, да? Ну, клюйте, клюйте, пока я вас не буду соединять. Курам я тоже дала. Комбикорм бы подсыпала. И кабачки с луком высыпала. Еще, смотрю, не доели кабачки, которые носики желтеют. Муж их взял или все собрал и мне принес. Отдай, говорит, курам.